Пышках прошла летняя спартакиада областной организационной структуры Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Мероприятие, которое стало настоящим праздником молодости и здоровья, было посвящено 70-летию образования управления внутренних дел Гродненского облсполкома. В соревнованиях приняли участие 10 команд. Программа спартакиады состояла в частности из семейной, легкоатлетической и велосипедной эстафеты, стрельбы из пневматической винтовки, метание колец, конкурс силачей и пенальти. Кроме того, можно было насладиться номерами художественной самодеятельности. К слову, увлекательная программа соревнований никого не оставила равнодушным. В итоге напряженной борьбы первое место в общем зачете заняла команда областного управления департамента охраны МВД. Второй пришла к финишу сборная УВД Гродненского облсполкома. Третье место у спасателей нашего региона. Сотрудник, который активно занимается физической культурой, теми или иными видами спорта, он, безусловно, готовит себя к выполнению сложных, значимых задач, которые сегодня ставят перед нами наше государство, наш народ, президент и правительство. Поэтому, безусловно, быть готовым к выполнению этих задач и направляется вот все те достижения в области спорта. Офицер пограничной службы Андрей Зачатко старается никогда не пропускать такие соревнования. Спортом занимается с самого детства. Такие соревнования просто дают повод еще раз пообщаться в неформальной обстановке с друзьями. Многих знаешь даже и по спорту знаешь, и по работе знаешь. Поэтому это очень огромное дело, я считаю. Постоянным участником спартакиады является и начальник Ленинского районного отдела внутренних дел нашего города Василий Найденко. Хочется всех поздравить сегодня с этим семейным праздником спортивным, потому что спорт это как ничто укрепляет, сплочает коллективы, а это, в свою очередь, позволяет успешно выполнять свои боевые задачи. Поздравляю. С праздником! С праздником! Примечательно, что именно в этот день в областном центре финишировал сплав на байдарках. Он посвящен 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию образования ОВД Гродненского облсполкома. В нем приняли участие сотрудники ОМОНа, которые за три дня по рекам Щара и Неман преодолели около 150 километров. По прибытию в областной центр они возложили цветы к мемориальному знаку курсантам пограничной школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Юлия Нестер, Андрей Шмыгин, Сергей Пещерица, новости Гродно+.